Играет каждый с каждым. Первая игра Душа Казанская, атаман станица Вешенская. По правилам есть какие-то вопросы? Нет. Ребята, так сильно не будем придираться. Пожалуйста, давайте только ауты, будем мяч хотя бы останавливать. В общем, там даже если не будет там пол остановить, но хотя бы остановить мяч. Остановить и хватит. Все. Через вратаря даже можно играть. Только от своего лица набрать. И все. А так все остальное. Все знают вратари, где зона, где все. Когда две команды остаемся, кто первый играет, остальные пока вот за. Первая игра, наши младшие. Пошли, пошли, поджимай! 11-12 год, 4 команды сегодня. А что, все спрятались? Первая игра у нас с станицей Вешенской. Удача была. Хорошая была подача. Много борьбы. Какие у нас соревнования? Конечно, младший состав. Еще технику нарабатывать нужно ребятам. Но уже воля к победе заметна. Уже есть чувство, что играют за район ребята. Бьются в каждом участке поля. Это наше будущее. Поэтому уже с этого возраста нужно уделять внимание. Вратарь молодец, спас. Был выход 1-1. Степан сыграл на выходе надежно. Повезло сейчас, конечно. Головой. Пошли, Влад! Принимай! Быстрые замены. Вышел Стас. Штрафной удар. Судья установил. Итак, второй тайм. Вешенская, Казанская. 1-0 выигрываем. Ярослав, 5-й номер, забил гол.
с острого угла, прострелил, и вратарь не справился, допустил ошибку. 1-0. Ну, хочется сказать хорошие слова в адрес Лёшинской команды. Ребята молодцы, борются, стараются. Молодцы, ребята. Был один момент у них почти 100%. Степан наш вратарь спас. Борьба в центре поля много. Удары есть у Лёши. Поэтому, ну, по игре, конечно, ничейный результат был бы справедливей в этой игре. Обычно бегать! Сейчас он играет. Сейк опять оба! Стоит, смотрит! Спина, Дима! Вот тут, Ярик, ты должен быть! Забили Лёшинцы, молодцы. Пасом сыграли, разыграли. 1-1. Сразу замена. Вот и прыгаешь. Как забил, так и пропустил. Такой больше не прыгал. Ребят, Стасик, забили. Наши уже проигрывали 2-1. Потом сравняли 2-2. В девятку Егор забил. И третий. И третий гол забили. 3-2 выигрываем. Немного до конца. Немного до конца надо додержаться. Да, болевая такая игра. Ну, Лёшки, конечно. Могут сравнять. Последние минуты. Иди, два! И что? Сзади, остаться, вот идешь! Ярик, забегай! Ярик, выбеги на мяч! Еще! Браво. Еще, бегай! Бей, Дима! Дави! Ты, я! Пустил сильно. Там бы 4 и все Хорошо, Дима давал, молодец. Итак, последние минуты. Молодец. Давай!
Иди, бай! Вот это хорошо! Сюда, Олег! Назад все! Все, 3-2 наши выиграли, молодцы! Наша волевая победа. 2-1 проигрывали, 3-2 выиграли. Молодцы. Ну и вешимся, ребята, тоже. Играли хорошо. Первая победа. Это у нас станица Каргинская. Это у нас поселок Черткова. Красивая форма. Вот подошли капитаны, пожали руку. И выбирают ворота, мяч. Обычная процедура. Обычно гости говорят, почему не снимаете наши игры. Ну вот немножко поснимаем, сколько есть возможности. Формы очень красивые обоих команд. За это, конечно, спасибо тем, кто этим занимался. Возможно, и родители участвуют, и администрация спортивная, красивая Каргин. Это всегда были соперниками на уровне, хоть и не являются районным центром, но молодцы. Вот сейчас хорошо обвел Каргинский и ударил. Здорово, просто здорово прошел 10-й номер. Быстрее, Суси, где игрок? Взял на себя игру. Давай, давай, сюда. Что за момент? Такой вынос через все поле. Давай, давай, сюда, сюда, аут. Амерлан, встречай, пас, смотри, вставай, вставай. Все пасом, все пасом, движение хорошее, смотри, как здорово. Да, тут нет слов. Я уже даже с первых минут игры хочется сказать, что вероятно, сегодня Каргинская команда будет в числе победителей точно. Ну что, по игре очень грамотно все. Бьют. Вот первый гол. Каргин забил. И удалось заснять этот гол. Три удара. Поворотом. И очень хорошая смена у них, очень хорошая скамеечка. Молодцы, сразу четверка сменилась. Да. В адрес каргинских ребят хочется сказать, что ребята молодцы. Видно, хорошо тренируются. Состав хороший. Это, конечно, комплименты тренеру. Работает с ребятами. Потому что, как известно, на пустом месте и трава не растет. Хорошо, пытался обыграть, но хорошо, молодец. Это фол. Фол, да. Семерочка, небольшого росточка парень. Очень юркий. Шире подробно. Быстрее играй! Пиши, Тамерлан, где должен быть. Доставай, через центр пас. Пас. Интересная игра. Качи! Суси, подбегаешь. Тренер. Выше, Сус! Четковской команды. Баклан, сменный, тоже забирай. Известный человек. Тренер. Не надо этого делать! Тренер Каргинский тренер. Закрой его сзади. Ну, сегодня табло работает, что приятно. Эх, можно было забивать, но не попал немножко. 1-1 было, конечно. Давай, давай, спасибо, Дима, выше, Дима, выше. Какой вот зачем? Много борьбы выиграли. Скачи. Эх, десятка хорошо прошел, обвел, но забить не удалось. Очень интересная игра, очень. Да, я думаю, эти ребята, обе команды
призером будет сегодня. Бить по крайней мере, вставай. Кардинская точность. Марат. Дай, дай, дай сушку, сушку! Да сушку, да дай! Руки морди! Камила, ну вещи ему дай! Ну что ты не достал? Проси, качел, проси, качел! Судья назначил свободный удар. Нет, не сразу, пас тебе. Качену кати под удар. Удар. Защита сработала. Надежно. Так, уже счет 2-0. Забили кардинцы. 2-0, первый тайм закончился. Неплохая игра. Второй тайм. Все, все, стой, стой, бей. Не лезь, ставила руки. Все, садись, садись. Сразу с розыгрышем. Все, пошли, встречай, выше, выше. Встречай, Тамила. Тем более это разрешено. Ну, забивать надо чертковцев. Ай-яй-яй-яй-яй. Выход один на один. Не. Ворота, Качен, Тамила, ворота. Где Сус? Где Дальше? Пошли, не садись назад, повернись туда. Начали активнее этот выше, тайм. Выше, выше, Тамила, настал под Качен, игрок. Поддавливают установки тренера. Сработали. Плотнее начали играть. Плотнее. Кардинская выигрывает за счет, конечно. Больше движения у них. Больше нацеленность такая. На ворота. Брака. Ну, это можно сказать нормально и свойственно. Не стоит ребят ругать за это. Дай пас, даю! Да что за пас? Садись! Садись! Ты что встал? Иди сюда! Давай, давай! Ну, вот счет стал 3-1. Один отыграли. Шатково. За счет давления, конечно. Ну, ты что, мяч отыграли? Себе на пол! Я пойду, чтобы мой, но я помогаю! Суслик, выше! Перепад, Суслик, сразу вместе! Раз! Пошел, Суслик! Мяч останови! Барран! Левая нога для чего? Иди туда! Раз, 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 води, Гуденко, води! Суслик, там стенка! Раком, стрей! Гуденко, води, Суслик! Раком, стенка! Стенка, под удар! Бей! Бей! Ну где замыкание, Тамерлан? Давай! Хорошо, прошел все седьмой. Ну, нарушили. Ради, завершился 3-1. 3-1 выиграли Каргин. Ну, ребята молодцы. Очень неплохо играют. Очень команда хорошая. Каждый момент нужно использовать, а не один раз ответ. Вы можете один раз ответить. Ну что же, ребята молодцы. Хорошо. Старались. Еще одна игра у нас. Снова чертковские ребята встречаются с ребятами из станицы Вешенска. Капитаны пошли выбрать ворота мяч. Ну, интересная должна быть игра. Будем смотреть. Игра началась. Чертковская команда.
Ваут. Ваут. Пять-ка прошло. Пас на план. Где третий? Хороший вывод. Вводит мяч Четковская команда. Успевают закрывать ушницы. Выход из обороны не получается пока. Вперед! Интересно, что у некоторых ребят из Ёшинска на майках даже есть фамилия. Да! Где ты должен быть? Лично это уже у старших фамилия, у младших. Состав. Где ты должен быть? Майки только номера имеют. Ну, я думаю, это назад, ничего в этом плохого нет. Например, для меня, как комментатора, даже удобнее, что вот парень Боков, вот, под 11-м номером. Боков, Михаил. Приседай. Пас. С ударом. Где золотарев? С ударом. Середину закроет, Алиман. Тут в центре давай. Вводит Лешинцы. Время. Судья может дать. Нет. Ай-яй-яй. В угловой выдал. Шипся. Выдал. Угловой. Зачем? Укати! Ура! Ну зачем? Ура! Поставили. Играли. Опять стоит Золотарев. Садись. Вот такая. Садись, затяжная, но без удара. Пока без удара. Воротарь. Мяч взял. Садись, замерла. Перепад. Что ты стоишь? Вот, 11-й номер. Быстрее, хороший, но борьбу тут не выиграл. Поддержал его товарищ. И вот здесь уже можно бить. И удар был. Вот первый удар от Вешенца. Да, он, конечно... Не сильно, вратарь легко справился. Встречай, Золотарев. Перепах. Домилан, опять ты не сужаешь. Шире, да, Золотарев. И. Удар. И угловой. Опять ты не сужаешь. Зачем уходить? Тут играть не сможешь. Тут у Четковской команды такое наказание, что приходится приседать товарищу. Ну так, за такую игру тренер назначил несколько приседаний. Это даже, наверное, полезно в плане воспитания характера. Мне что-то жалко, парни стало. Хотя это спорт, здесь все по-настоящему. Это, ну, так сказать можно, что маленькая война. Все, конечно, в кавычках. Тем более, когда касается детского спорта. Ну, на таких турнирах всегда соблюдается фэрплей. Всегда судьи внимательно отслеживают любые падения, любые травмы. Мартынов вводит мяч. 23-й номер. Первый тайм закончился. 0-0 счет. Неплохо. Зачем ты к нему идешь? Работа тренера. Ну что ты прячешься? Ну ты стоишь на спине, не можешь туда попасть. Передача тебе идет, выбегайте навстречу. Выбегайте навстречу. Здесь тоже идет работа. Мяч опусти вниз. Здесь мяч опускай. Начался второй тайм. Но пока 0-0. Здесь, конечно, все решит, скорее всего, 1-2 гола. Потому что очень много борьбы. Очень много брака. Стараются обе команды. Сейчас подходил к Каргинскому тренеру. Пообщались. Буквально вчера пришла форма. Заказывали они.
футбольные ребята своими силами купили, оказывается. Молодцы. Когда такой есть тренер, когда такой заряд есть. Ребята стараются играть. Я обратил внимание, футболисты подтягивались на турнике. Почти все по 5 раз подтягиваются, ребята. Это хороший показатель для спортсмена. Футболист должен уметь подтягиваться. Физика многое решает в футболе, физика. Поэтому для родителей отжимания, качание пресса, турник — это прежде всего. Ну и, конечно, бег. Бега должно быть много. Мне нравится Максим Сергеевич, у нас тренер. Он очень много уделяет на тренировках внимания физическому, физической подготовке. Не всегда ребятам это нравится, но даже они понимают, что это, конечно, основа и залог успеха в играх. Когда ты можешь выдержать 2 тайма, выдержать нагрузку, не опускаешься. Во втором тайме борешься так же. Поэтому физическая подготовка в этом возрасте — одно из определяющих стиль игры и, как говорится, успех, результат в спорте за сильными. Ну и, конечно, мышление. Мышление тоже важно. Вершинские забили, ребята. 1-0 ведут у Черткова. Ценой травмы игрок пошел в раздевалочку Максим Сергеевич оказывать помощь. У нас есть приобретена заморозка. Я думаю, наши ребята не пожалеют немножко заморозки для своих, как говорится, соратников по увлечению. Поэтому это хорошо, что мы родителям спасибо, что приобрели. Заморозка иногда бывает даже в этом возрасте очень нужна. Поэтому еще раз хочется сказать спасибо родителям, которые приняли участие в приобретении. Хороший удар чертковцы нанесли. Немножко высоковато. Ну, получается, по турнирной таблице нам сейчас даже выгодно, что вешенцы выигрывают, потому что мы обыграли их со счетом 3-2. Все, вот и свисток. Ревешки одержали победу. У Черткова уже 2 поражения. Ну, молодцы, ребята. Вратарь Вешенский играет в шлеме. Не запрещено. Ну, и сейчас приятно посмотреть будет за Каргинскими ребятами против нашей команды, против станицы Казанской. Будем смотреть. Сегодня установка тренера. Сейчас игра, можно сказать, за первое место. Команд нашли разыгрывать. И сейчас начнется самый, наверное, такой серьезный матч этого турнира. Ждем все, свисток. И началась игра. Вот опять садись! Выше, выше, да! Да вот здесь должен быть! Каргин даже за счет темпа смотрится получше. Хорошо, Влад борется до конца. Тернаскоп молодец. Видно, что настрой на игру хороший. Ярик, иди туда! Вперед, пойди! Гонят наши ребята. Поменять, Влад! Поменять, Ярик, встань! Егор водит мяч. Хорошо.
Ну! Забивать некому. Я не выше! Хорошо. Хорошо, Влад, плотненько сейчас, отлично, Влад, отлично. Ну, пока. Иди сюда. Хочется сказать, что Каргин как бы немножко не в своей тарелке себя чувствует. Они привыкли к розыгрышу мяча. Показалось, сейчас на данном этапе, просто играет плотно и не дает принимать ничего. Вообще тенденция современного футбола, что прессинг становится основополагающим таким элементом футбола. Это даже показал чемпионат мира в Катаре. Те команды, которые играли в прессинг, например, наглядный пример, это марокканцы, дошли очень высоко в играх. Много борьбы. Егор играет. Эх, хороший удар Влад наносил. Немножко не попал. Немножко тут провалились наши. Но ничего, борются. Я всегда говорю, что учат играть именно поражение, а не победа. Поэтому любой результат полезен. Наших. За счет темпа нашим тяжеловато немножко. Хороший темп поддерживает Каргин. Преодолеть прессинг можно только темпом. Взвинчивание темп. Команда соперника не успевает перекрывать зону. Вот этим умело пользуется каргинская команда сегодня. Темп. Все в движении. Ну, давай ему передачу. Ну, как я и говорил, конечно, фавориты турнира, это явно. Каргинские ребята. Иди! Наши тоже борются, стараются. Хорошо, обыграл. Что это такое? Мяч останови, что ты делаешь? Неприятный тренер недоволен, естественно, такими действиями. Остановка, потом движение. Первый мяч. Эх, не успел, Стас. Дальний удар, хороший удар. Да не бойся, играй!
упорная борьба, конечно. Есть моменты у наших ребят. Ты в зоне, в руки возьми! Дима, покажи! Сливай! Так, ты открыт! Домой! Степан сейчас спас. Первый тайм 1-0. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Наши тоже держатся, конечно. Не так, чтобы без борьбы. Работа тренера. Штрафной удар наш бьет, но уже проигрывает 2-0. Хороший удар. Ну, сейчас семерочка разберется, умница, молодец. Сам, ну тут их не хватило. Да, 7-й номер. Очень хороший. Но большого роста парень. Станица Калинской. Ну, очень хорошо владеет мячом. С принятиями решения все в порядке у парня. Молодец. Вот сейчас он с мячом устанавливает мяч, контролирует, под контролем. Тут ошибся, конечно. Ты еще хуже сегодня, знаешь. По передаче, игра руками. Судья зафиксировал. Ну что? Бьет Егор. Красной удар. Хорош! Девятку забивает Егор. Замечательно. Вот уже и 2-1. Тут дело в том, что даже разница мячей может влиять. Поэтому забивать надо и нужно. Есть еще возможности за ячейку зацепиться. Хорош! Поворачивай! Хотя, конечно, по игре предпочтение парнинской команды. Назад, поворачивай! Сейчас давление. Период такой, что наши оказывают давление. Смена у Каргина. Когда прессинг, потери больше у Каргина, когда наши прессингуют, как только отпускают, так. Ай-яй-яй, не подставил никто ногу. Мяч просто просвистел.
все поджимают. Ярик, выйди. Забить не знаю. Прими, прими. Хорош, корпус поставил. Седьмому тяжело, когда тут большой пресс. Стася, ты поиграй, а! Еще один штрафной. Еще один штрафной. Рука была. Еще один штрафной. Жора бьет. Не спеши! Сильно, сильно! Попроси всех! Не давай! Беса! Решающий момент матча, конечно, время мало. Забивай, Егор, и 2-2. Но это надо еще забить. Ай! Угловой. Угловой! Быстро! Как же он не попал в ворота? 2-1. Наши проиграли, но играли хорошо. Моменты были. В конце могли сравнять. Молодцы, ребята. Празднуют Каргин. Молодцы, ребята. Тренер недоволен игрой команды. Хорошая работа тренера. Все, ну и сейчас еще одна игра. Команда сейчас Каргинская играет против Станицы Вешенской. Это тоже игра такая принципиальная. Играют соседи. Боковская, район и Вешенский. Ну, тут, в принципе, все. Вот там же сзади остается. Сзади. Соседи. Нет, ты здесь играешь на своем месте. Все. Игра началась. Уже, как говорится, нашли ошибка седьмого номера. С одной стороны, техничный игрок. Куда ты, Кирилл, пришел сюда сейчас, а? Но есть такая хорошая пословица, что техничный вот защитник. Вот здесь я говорю, Кирилл, это вот ты играешь с тобой. Ты не знаю, не поймешь ты, где вообще оказался. Вводят Вешенцы. Хорошо. Там сыграть прессинг. Да, блин, здесь растяни, ты что с ним стоишь? Ты что с ним стоишь? Вот там Борис, Борис давай! Думай, думай, все, Бога, Бога, Бога. Вешенцы через пас стараются играть, молодцы. Играть, играть! Он знает, что делать. Сам обыгрывай. Во, во! Эх. Да Ярик, зацепись, ты стоял, сколько курил, и стоишь, опять за мяч не цепишься. Резко такая борьба в воздухе. Да, ударить некому. Хорошо. Через пас. 11. Встретились два техничных игрока. И ой, как хорошо 11 покатил. А ударить забыл игрок. Мяч в поле. Ворота, стой!
Играй! От ворот отбой! Отбивай! Отдай мяч! Отдай мяч! Куда ты его даешь? Кому ты его отдал? Играй! Играй! Да вы что, отдайте его разыграть? Вот сзади игрок! Сзади игрок! Ярик играет! Прям напором забил девятый номер. Парнишка, молодец. Все сделал классно. Девятый номер. Давай сразу. Ярик, не стоим, вы что стоите, братья? Когда мы нашу половину будем играть. 1-0. Да что это, папа? Дай мне ноги, не веди. Куда ты кидаешь его? Каргинская команда. Куда ты его даешь? Просто освободиться от мяча. Семерочка. Руку подними 5 метров, чтобы. Вот там надо быть. Попросил 5 метров. Сигнал дал судья. Вот там, вот и головой. Да, там можно было головой играть, конечно, не забивать. Играть! Итак, при счете 1-0 в пользу Каргина. Вешенцы заработали пенальти. 1-1. Сегодня зрители присутствуют, вот болельщики. Ну, первый тайм закончилась упорная борьба. Вешенцы не хотят уступать Каргину. Ну и пока счет на табло. 1-1 счет. Игра очень такая, ну, скажем так, одна из таких самых трудных игр на турнире. Хотя, конечно, все команды сегодня показывают результат такой. Ну, видно, что работа тренеров видна. Работают наши детско-юношеские спортивные школы. Растят смену. Российский футбол вот где-то в этих залах и начинается. Хочется пожелать ребятам удачи в дальнейшем. Родителям обязательно поддерживать своих спортсменов. Это важно, особенно в этом месте. Начался второй тайм. Ух ты, штанга какая, Леша. Да. Уходит, десятка уходит. Ну, против всех не пройдешь, конечно. Надо было отдавать уже, расставаться с мячом. Очень много техники у каргинских ребят. Зачастую за счет этого страдает пас. Мартынов входит мяч. Хорошо, защитник седьмой все перехватывает, но ненадолго. Сергей Попов сыграл здорово. Молодец. И еще стыки. Ничего не было. Судья не свистит. Борьба идет такая, что, как говорят, мама не горюй. Ну, семерка сам. О, это штрафной. Штрафной удар. Жалко парня. Частенько Денис, так оказывается, и старший сборной тоже на газоне. На площадке. Фол, больно. Судья подошел. Тренер подошел. Узнать его. Хочется поддержать семерочку. Один из лучших сегодня парней. Так вот, ценой травмы, но остается на поле. Настоящий мужчина будущего.
А он уже сейчас крепкий парень. И сам будет бить. Вот так, ребята. Вот так. Да. На добивание, Ярик, на добивание! Сильно забивай, забивай, забивай! А как зовут парня? А фамилия? Черноиванов. Руслан Черноиванов, 7-й номер. Руслан Черноиванов. Молодец. Очень неплох. Я думаю, у парня большое будущее. Молодец. Спросил я у тренера. Отдавай, отдавай! Руслан. Запомним этого парня. Будем следить за его карьерой. Молодец, опять он перехватывает. Все, пускает мяч, но... Ай-яй-яй. Судьбы Лавешинцы не забивает. Еще удар. Снова мимо. Да, Вешенцы просто поддавливают, поддавливают мощностью. Счет скользкий. 1-1. Так, давай, давай, давай. Достает мяч 10-й номер. Все, аут. Оставь мяч. Попроси ответа. Все, не спеши, не спеши. Давай, давай. Ай-яй-яй. Да, всех обвел. 11-й номер, вешенский парень. Боков Миша тоже замечательный парнишка. Тоже хочется сказать, что видно, что парень будет играть. Будет. Один-один. Время еще минут 5 играть. Снова на Руслана Черноиванова. Сам обыгрывает, идет, проталкивает мяч. И удар, ай-яй-яй, а замкнуть. Я даже, честно, не уследил за моментом, потому что настолько было все динамично. Молодец, да, семерка, протащил мяч, отдал в центр. Но забить чуть-чуть не получилось. Угловой. Успевает троечка, молодец. Троечка защитит, защищает. Хорош. Снова Руслан преграждает мячу дорогу в ворота. Розыгрыш углового. Борьба уже в площади ворот идет. Очень, очень напряженный матч. Надо в соседи. Волковский, Вешенский, Шолоховский район. Не хотят уступать друг другу. Эх, удар не получился. Успевает отдать пас. Потом Сережа заводит мяч. Хорошо. Ух ты. Чуть прямым ударом не забил. Эх, надо было отдавать в край. 11-й номер. Хорошо. И... А ударить не дал. И снова семерка не дал ударить 11-му. Один-один. Один-один сыграли у нас. Боковская, станица Каргинская, Боковский район. И... Лёшки, 1-1. Очень упорная борьба. Ты 20, блядь, ты раз не капали, ты
встречаются две старых соперника, которые тренера друг друга знают, очень всегда общаются вместе. Это Черткова и Казанская. Тоже игра будет, я думаю, интересная. Мы надеемся на это. О, иди сюда, Таратута. Куда-то. Мяч достался команде Черткова. Они разыгрывают. И матч начался. Влад Терновской навязал борьбу плотненько. И можно бить. Эх, можно бить. План последний. Вводят казанцы. Вводят казанка. Хорошо. Ну, Ярик тут, да, в борьбе. Да, да, вот, вот он один. Головой хорош. Печаль! Все! Ты будешь бежать! Куда ты пошел? Выбивай Бобров! Вот он, вот, ты что за отворачиваешься от него? Много брака, много брака. Ярослав тренер на лавочку посадил. Выпустили Сережу Куличку. Стой! Замерла! Ну ты стоишь, ты ждешь его! Стас отличился. Стас забил. Мы ждали этого. Молодец, Стас. 1-0. Выигрываем Черткова. Трудная игра. Молодец. Быстро сориентировался и добил. Вот момент у Чертковской команды. Вратарь сохранил мяч от углового. Молодец, Степан. Степан сегодня Коваленков на воротах. Только хороших слов заслуживает. Что за пас? Буду быстрее. Хорошо, молодец, Руслан. Выдал. Руслан первая игра у него на таком уровне. Он тоже старается, парень. Длинная, давай, вдоль ворот. Себе на пол. Хорош. Давай, аут. Черткова. Тамерланом. Быстрее себе стенку. Быстрее. Тамерлан стенку. Бобров. Дай пас. Где Семен? Где Гудин? Бить. Хорошо. Гудин, спи. Я себе бить. 1-1. Молодцы, Черковцы. Садили. Наши провалили немножко оборону. Ну, игра равная, поэтому, конечно. Сейчас посмотрим характер наших ребят. Как они подсядут. Шире, Стас, шире! Иди! Хорошо. Слушай, надо дорабатывать! Сразу кричать! Слушай, перехват! Рихват, куда ты даешь? Зачем?
Первый тайм 1-1. Закончилось. Что, что-то не видели стало? Или что это? Все наоборот. Идет второй тайм. Я так по первым минутам скажу, что шестовцы, конечно, маленькое преимущество имеют. Ну, наши тоже стараются. Вот сейчас пытался в обводку пойти Стас. Влад. Ай-яй-яй, и у шестого ошибка. Ну, здесь все решит один гол. Мне такое чувство, что все решит. Ну, какая команда вам сегодня больше всего понравилась, Роман? Какая? Вот эти ребята, наши ребята. Ну, молодец. Вот Роман, он верен своей команде и считает, что наши лучше. Это правильно. Это патриотизм. За свой район. Хорошо. Вратарь у них несколько раз такой вынос делает. Хочет попасть в кольцо баскетбольное. Ну, это шутка, конечно. Тактика такая у Чепкова. Вынос мяча дальний. И сейчас мяч Казанской. Владеть будет Егор. Он у нас штатный исполнитель всех стандартов. Это у него хорошо получается всегда. Ну, пробил. Немножко не точно зацепился за сетку, чуть-чуть зацепился. Издалека бил его. Егор даст уйти на опыте. Ай-яй-яй. На мяч выходи! Сухан вышел. Очень много брата у обоих команд. Мяч не держится ни в одной из команд. Вязкая игра, очень устали ребята уже. Столько игр, конечно, одновременно. Очень тяжело физически, а с накоплением усталости сразу резко падает техника, конечно. Поэтому и говорю всегда, что физические нагрузки при тренировках очень важны. Ай-яй-яй, не принял. Мяч. Пробил Димасик, а Серега подставил ногу. Сергей, за это желтые карточки дают. Да, 2-1, счет на табло, зажегся. Пошли! Наши выигрывают. Стас, иди, иди, иди. Хорош, Стас, молодец. Наборолся, Стас. Работа, работа. Ищи пропуск, быстро. Всю стену. Спи. Сильнее. Бегай. Дай. Да дай. Два-два. Егор вроде бы спас. И в свои ворота. Автогол получился. Ну, бывает. 2-2. Последние минуты. Вратарь сыграл. Борис, Влад! Еще! Хорош! Молодец, Влад! Поборолся, сохранил.
Назад, Ярик! Ярик с игроком! Трос. Вот отсюда, ребят. Середина. Да попроси, поделять! Ярик, попроси мяч! Все, 2-2. Ну, молодцы, результат. Результат очень хороший. Построение общее. Молодцы, ребят. Сегодня болельщицы пришли. Фотографируют. Молодцы. Приехали тоже. Переходим, как говорится, к приятному награждению. Так, атаман Бесуша Станица Вешенская, лучший игрок, Боков Михаил. Лучший игрок Вешенская, Боков Михаил. Это под 11 номером играл парень. Молодец, здорово показал себя, молодец. Душа Станица Казанская, Яковлев Егор. Яковлев Егор, это наш, у нас защитник, штрафные забил, девятку замечательную Егор забил, молодец. Ну повернись, Жора, чтоб вот так, да, видео я, все, отлично. Так, и в команде «Авангард» Черноиванов Руслан. Руслан, молодец, это седьмой номер. Руслан, замечательный игрок, мы желаем ему очень большого будущего в футболе, в спорте. Здорово. Так, ну и места распределились следующим образом. Третье место. Атаман Душа Станица Вешенская. Третье место. Вешки заняли, молодцы. Все. Второе место. Душа Станица Казанская. Казанская. Второе место. Молодцы. Победителем стала команда «Авангард». Молодцы. Сегодня Каргин, они просто здорово показали быстрый футбол. Кубок, молодцы. И кубок им достается.